Это уже нагрудил сколько, я сказал, сверху еще надо, чтобы выровнять. Запасной сделать материал, землю. А? Сколько вам тут осталось работать? Да не знаю сколько. Не, я показать хотел, как это все вот край. Вот так. Сегодня 31 июля. Вот после обеда прошел час. Мы второй час закончили на Рыжковском северном кругу. И вот сейчас заглаживают полигон свой, чтобы ровно было. Ножом давит. Ну и ровно получается почти. Ну, снес эти гребни, где здесь были раньше проведенные здесь канавы, или как назвать, траншеи, бульдозерами тогдашними. Мы закончили, все благополучно.